Оба-на, Ваня, это твои падают, что ли, да? Да. Крополит. Жопошный. Так дома не поймут, нахуй, без труселей придешь там. Не, ну ты их на голове, скажи, они на голове. С детства меня мучил вопрос, что такое жопа с ручкой? Когда я сегодня увидел в костре вот эту ручку и свою сморщенную жопу после купания вот в этих болотах, я понял, что жопа с ручкой, это раз, это вот, это и есть жопа с ручкой. Знакомьтесь. Теперь для вас секретов нет. Жопа с ручкой. Найди себе приключения в Забайкальском крае. Всем привет. С вами был Андрей Котков. Надо затопить под него заново. Вау. Многих джиперов мучает вопрос, что брать с собой в дорогу и где это можно сохранить, чтобы это не пропиталось водой, не намокло и тому подобное. Вот, обратите внимание на мой девайс. Вот я взял просто обыкновенную канистру, я ее обрезал, да, побольше, чтобы туда вода не попала, и сложил туда зарядное устройство, всякие гаечки там от карданчиков, ну и прочее. Давайте посмотрим, из чего состоит, значит, вот это вот моя значит, вот это вот у нас это зарядное от фонарика. Это, ну вот она уже что-то растворилась. Это сварка, там чуха или как это называется. Ну, по всей видимости, по моим предположениям, это, наверное, изолента должна быть. Это зарядка еще от одного фонарика. Наверное, это тоже зарядка от фонарика. Так, вот здесь у меня шпонки для лебедки и болтики. О, тут надо, знаете, вот практически отсюда даже вода не выливается, ну маленечко воды только вылилось, но она здесь лежит. Значит, тут шпонка и гаечки для крестовин, для этих, да, для карданов, для крестовин. Ну, здесь вот у нас есть, сейчас вам покажу, это манометр, чтобы сливать, спускать, ну теперь уже и сливать воду, вот отсюда тоже сюда можно сливать. Да. Ну дальше рассказывать вам уже свечи. Свечи вот тоже можно выжимать помаленьку. Это зарядное для рации. Тоже вот оно почему-то, не знаю. Вот. Ну, тут стаканчики, с которых можно пить водку. Вот, ну как бы они практически не пострадали, ну то есть если маленькая грязь выколупать, ну буквально тут маленечко, можно использовать. Ну вот свечки практически новые, вот есть здесь, ключ на 10 на 12, чтобы экстренно открутить аккумулятор, если что-то там, это колесные гайки. Так, это что? Трудно сказать, что это. Презерватив. Нет, 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 конечно же, это не презерватив. Хотя почему бы и нет. Но нет, это какие-то заклеивать колеса или камеры, какие-то резинки, клеммы, кусочек провода, тормозной шланг. Не знаю, что это. Ну, какие-то таблетки, не знаю, ускоритель мощности там или щетки запасные. А, вот соль и перец, кстати, что мы сегодня искали. Смотрите, очень удобно. Раньше пленки были. Ну, фотопленки. Сейчас откроем, посмотрим, там интересно, есть вода. Нет, смотрите-ка, вот соль. Вот она достаточно вот, да, сыпучая. Значит, вода туда не попала. Сегодня мы искали перец. Мы посмотрим перец. Надо же, и перец вот практически. Все нормально. Ну вот, собственно говоря, и все. С вами был Андрей Котков. Целую в рот. Она парит, парит у моего. Чекснишна. Чекснишнах. Чекснишна. Ну хватит, Александр. С вами Андрей Котков, и мы продолжаем нашу серию передач. Сегодня мы разберем тот случай, когда у вас есть сухие носки, но в то же время у вас есть
мокрые кроссовки. Значит, что я вам предлагаю? То есть мы берем высушенные на наших удочках, на чудесных удочках, носки. Новые? Да, ну, практически новые носки. Так, мы их одеваем очень быстро на ноги, на свои. Я попытаюсь это сделать очень быстро. Извините меня за то, что ноги не очень чистые, потому что мы здесь маленько... В общем, да, вы музыку пока погромче делайте, крутите там, крутите, да. Вот. Вот, мы одеваем наши носки. Вот. И когда мы их одели, мы понимаем, что в этих в теплых носках сухих, да, мы не можем ходить по, ну, по сырой почве. Вот что мы теперь делаем? Мы из нашего суперстула, который предоставлен нам компанией, не будем говорить какой, достаем вот эти чудесных два пакета. Уберите диджея. Один пакет одеваем на одну ногу. Здесь мы достаем скотч. И заматываем чудесным образом. Вот. Вокруг одной ноги. Потом делаем вот так. Дорта дотягиваем. Гордо. Вот. Потом одеваем второй пакет. На вторую ногу. Не перепутайте, две ноги перематывать нельзя. Лягушки там подквакают. Да, берем второй пакет. Проделываем то же самое. Вот. И вот, о чудо, сапоги-скороходы готовы. Саша, музыку. Саша, музыку. С вами был Андрей Карпович.